На Ямале, как и на всей территории арктической зоны, в два раза увеличены выплаты земским докторам с 1 до 2 миллионов рублей, а фельдшерам с 500 тысяч до 1 миллиона. Решение было принято на федеральном уровне. Правительство Ямала поддержало инициативу. Согласно программе, земский доктор и земский фельдшер, получив выплаты, должны отработать на территории округа 5 лет. За прошлый год благодаря программе на Ямал приехали 15 земских врачей и 5 фельдшеров. Программа действует уже с 1 января. Сейчас необходимый документ находится на подписи губернатора. Постановление будет изменено, и врачи будут приниматься. Также в том числе существует и программный реестр так называемых должностей. Да? У нас заявлено 20 врачей и 5 фельдшеров. Реестр не может в течение года каким-то образом меняться, к сожалению. Хотя мы просим об этом Минздрав постоянно. И он находится сейчас на утверждении также в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Как неоднократно подчеркивал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, для региона привлечение квалифицированных кадров в медицину – одна из важнейших задач. Именно поэтому глава региона принял решение с начала 2020 года изменить систему накопления северной надбавки к зарплате. Специалисты бюджетной сферы, в том числе медперсонал, теперь получают максимальные 80% с первого дня работы в округе.